Этот большой сочлененный автобус выпускался на венгерском заводе «Икарус» с 1966 по 1973 года. В Москве 180-е появились в 1969 году. Водители были в восторге от венгерской гармошки. Но незадолго до Олимпиады автобусы были списаны и отправлены на утилизацию. По сути, в руки реставраторов попали половинки от разных автобусов. Сложность в восстановительном процессе была в том, что получить аутентичных донорских частей было невозможно. Поэтому восстановление автобуса велось комплектующими от «Икаруса» в 200-й серии. За 20 с лишним лет музейной истории автобуса сильно досталось. Под лакокрасочным покрытием на кузове автобуса были обнаружены следы коррозии, коробка передач, сцепление, интерьер. Все это требовало ремонта. Помимо этого, мы вернули исторический облик колесным аркам, а также поработали с деталями интерьера, приблизив их к оригиналу.